В Десногорске подвели итоги ежегодного конкурса среди органов территориального общественного самоуправления. Лучшим стал ТОС 4-го микрорайона «Уютный двор». Награждение победителя прошло 30 апреля. Поэтому, Елена Петровна, поздравляю. Спасибо. У вас все еще, как говорится, впереди. Спасибо. Да. То есть здесь будет сад и лес. В качестве подарка администрация города решила помочь жителям 7-го и 8-го домов в озеленении дворовой территории. В этих целях им было подарено 6 туй и саженцы сирени. Деревья станут дополнением аллеи, заложенной жильцами ранее. Нам очень помогает наша управляющая компания «Саис-сервис». Они также участвуют в нашем благоустройстве и озеленении. Они посадили 10 лип, продолжили аллею, которая вот у нас была в прошлом году посажена, позапрошлом. В посадке деревьев также принимали участие глава города Андрей Шубин, депутат Государственной Думы Ольга Окунева и секретарь Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Новиков. Правильно яму выкопать определенной глубины и с душой посадить дерево. И попросить расти, и попросить, чтобы оно расти. Вот самый главный секрет. Ну, потом понятно, что полить и ухаживать. Для жильцов эта посадка деревьев уже четвертая. Все предыдущие попытки заканчивались одинаково. Неизвестные спиливали и ломали саженцы. Теперь у жителей появилась надежда на сохранение аллеи. Вся территория взята под круглосуточное наблюдение. По периметру она оборудована камерами с охватом в 360 градусов. Так, вот эта камера. Угу. Вот она. Вот, а вот мы сами стоим. По словам председателя ТОСа Елены Ледневой, они и дальше планируют улучшать территорию вокруг своих домов и призывают всех жителей города последовать их примеру, благоустраивать свои территории и озеленять город и дальше.